Это прохождение Bloodborne в самом начале, пока никуда не продвинулись. В первую очередь надо, я думаю, нафармить немножко крови для того, чтобы купить... Я уже купил себе шляпу и пальто, надо еще там что-то еще, штаны и перчатки, вроде бы. Dream. This will be your home for now. I am Gehrman, friend to you hunters. You're sure to be in a fine haze about now, but don't think too hard about all of this. Just go out and kill a few beasts. It's for your own good. You know, it's just what hunters do. You'll get used to it. Yeah. Уверен. Починить оружие. Оно может сломаться у меня? А, точно, там же есть срок годности у них. Блин. Если у меня секира сломается, что мне сделать? Что мне тогда делать? Доступно, я так понимаю. Ну ладно. Как я сказал, надо чуть-чуть нафармить душ. В смысле крови. А потом уже пойдем вперед. Как-нибудь. Away! Away!
фармили души. Не, ну... Все предрешил первый вот этот мой. Зачем надо было сильно... Не, ну... Хотел сразу себе ударом. Как бы я уворачиваюсь, но при этом, ну, попадаю под его замах. Весь получен связь кровавого самоцвета. Что бы это могло значить. Так шевелился, как будто был жив. You must be a hunter, and not one from around here either. I'm Gilbert, a fellow outsider. You must have had a fine time of it.
Yharnam has a special way of treating guests. Well, I don't think I could stand if I wanted to, but I'm willing to help if there's anything that can be done. Открой дверь, с которой съел. This town is cursed. Whatever your reasons might be, you should plan a swift exit. Whatever can be gained from this place, it will do more harm than good. Вкуснее, чем я. Продаю. 356. Если я их продам, у меня будет 500, правильно? 506. Я куплю штаны. Переоделись чуть-чуть. Теперь можно попробовать пройти туда. Было сразу фейл в самом начале, поэтому я сейчас не пробую лечиться.
Кто-то меня заметил из них. Надеюсь, не все. Один заметил и что-то передумал. Я забыл про него, что он тут есть. Уже убил его. Что они там делают? Что-то на кого-то... Те двое идут сюда, но главное, чтобы никто другой не пришел сюда одновременно. Потому что вполне возможно, сейчас вот эти двое тоже придут сюда, блин. Будет четверо уже. Твою мать, это так. Капец просто. Просто мгновенно.
Может быть, не стоит так проходить, я не знаю. Может быть, стоит прямой идти туда. Но, на самом деле, блин, это все шло хорошо. Что будешь делать? Давай, 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 иди сюда, один. Все равно задел меня, а? Вот как. Что ж ты будешь делать? Попробуй, может, тут пройти, что ли, а? Не знаю, может быть, так лучше. Я перебуду кнопку. Капец, сколько их тут? Они расходятся только, когда я в определенную зону вхожу. А так стоят красивенько. Мол, мы тут... А мы тут шабаш устроили. Так быстро. Воу, откуда ты высрался-то? Их уже меньше. Заметили.
ценители. Подожгу. Кто меня зовет? Кто пишет? Стой там. А, вон там чувак с моими душами. Ты не будешь прям сближаться со мной? Что за чудовище? Это что за покемон? Мне с ним драться надо? Шутите? И спрыг куда-то. Там тоже какой-то рык. I don't reckon you're from round here. Well, stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor, poor thing. Да. Чудесный город. Я прям не
не стоит восхищаться им. Пес какой-то, да? Пес точно. Ну окей, а если сюда пойти? Тут нельзя открыть проход. Я бы тогда сюда проходил бы вообще без проблем. Почему мои отголоски у него, или это его отголоски какие-то, еще отголоски? А дверь я так и не могу открыть, получается, да? Все равно. То есть эта дверь будет все равно закрыта. То есть у меня есть вариант пойти туда направо, либо туда налево в какой-то проулочек спрыгнуть. Вот сюда вот. Thank you.
Больше ничего нет? Я был уверен, что сейчас выйду, блин, к фонарю к своему. Фак. Еще один такой. Когда началась охота, церковь исцеления оставила нас, перекрыв большой мост, ведущий в соборный округ, как старый ярным сожжен дотла в ту лунную ночь. Что? Я не знаю, где хуже. Ой, ё-моё. Только по двое ходят, небось. Один пытается прийти сюда, другой уйти отсюда. Блин. Это что за покемон? Как мне теперь до туда дойти? Я уверен, что вот тут вот. Вот этот проход, это вот там вот я умер. Еще чуть-чуть.
Теперь туда, блин, бежать это капец. Далеко. Теперь вот тут никто не ходит поверху. Блин, ну там ходят чуваки. Когда они спустятся, можно будет пробежать. Заметили. Пусть. Не отставайте. Какого хрена? Она была в загоне. Теперь другая. Я там заметил.
Там проход к боссу, что ли? Уже. Вот он, с моими душами ходит. Пыль. Блин, нет, нет. Фак, но хоть что-то мы сделали за этот грёбаный час. Я открыл срез. У меня 3000 души, и как бы, ну, для моего левела это реально много, но мне не на что их тратить. Я сейчас все просру, и, блин, на этом мы закончим. В смысле, на этом... В принципе, мои души закончатся. Вон, я их уже вижу. Я тебя вижу. Вон. В здании есть что-то полезное? Ну, типа, должно быть, наверное. Или так просто походить, покачаться тут? А, я тут входил. Пока я тут зачистил, пока я не умер, и эти два кабана опять не появились здесь. Но я думаю, их можно будет пробежать, если я умру. Ну, все,
все-таки пока тут тихо, хочу осмотреться. Может, тут есть фонарь поближе к боссу, я не знаю. Это лифт, да? Это лифт. А к тому же устройство не работает. Зачем, блин, сильная атака на пса? Что тут? Ничего. Только не в этой игре. I've heard I have. Shutting up indoors isn't always enough. Well, if you hunters got off your asses, you wouldn't be in this mess. You're obligated to help me, you hear? So what'll it be? Are you gonna tell me you're not? Нет вариантов. Good for nothing. No respect for the elderly is what that is. That little good you outsiders do. Go on, admit it. You think we're all mad, don't you? Yeah. Well, go and stop it. I know all your tricks. Эти диалоги вообще никакого смысла не имеют. Ну, типа так. А, я думал, это дверь к боссу, это просто красное окно. Кто-то маг? Или кто? Блин, у меня нет времени уже, твою мать. Просто надеялся, что где-то здесь есть новый фонарь, но я не вижу нигде нового фонаря. Так что придется, наверное, в следующий раз
добежать до сюда. Я, в принципе, тут срез, поэтому не так сложно. Всего лишь там полчасика помучаюсь на грибу. И дойду. Еще надо будет посмотреть, что вот там вот на другой стороне там. Правда, туда отсюда не пройти, блин. Там придется идти другим путем тогда. В смысле, о. Вообще мертвы. Туда, чтобы пройти направо туда, придется идти опять старым путем. Ну ладно. Кукла все еще не отзывается. Эх. Ну ладно, мы все-таки продвинулись. Я открыл срез, это очень важно. Все, до следующего раза.